Брест признан самым благоустроенным городом Беларуси по итогам республиканского осмотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов. И все это благодаря людям. Ежедневная работа сотрудников жилищно-коммунальных служб направлена на преображение облика Бреста. В таком важном деле не остаются в стороне и работники объектов общественного питания, учреждений образования и предприятия. Каждый год они соревнуются за лучшее цветочное оформление и благоустройство Ленинского района. Цветы родного городу. Оформление цветочным композициями наших летних площадок. И если говорить об этом конкурсе более подробнее, то именно учитывалась не только красота и оригинальность, но уже смотрели на то, какие есть новаторские идеи. То есть, если участвуют А есть люди активные, которые участвуют каждый год. Мы смотрели именно что-то новаторское, инновационное, то, что привлекать будет, и то, что действительно можно дальше по городу распространять как передовой опыт. Второй конкурс, более комплексный, это благоустройство района среди всех предприятий, организаций. Это и бюджетная сфера, сфера образования, предприятия, организации нашего города. Здесь уже и жилищные кооперативы, и наши ЖЭСы, ЖРЭУ, то есть комплексный подход по оформлению территорий, домов, подъездов, прилегающих территорий. Здесь цель, да и как цель конкурса «Цветы родному городу», если брать глобально, это сделать наш город действительно чище, благоустроеннее и краше. А уже не первый год особый шарм улицам придают подарки от кафе и ресторанов в виде различных цветочных композиций, живых панно, подвесных кашпо разных форм и размеров. А яркие необычные клумбы от учреждений образования и предприятий радуют глаз каждого. Именно этих представителей накануне собрали в стенах администрации, чтобы наградить за ту красоту, которую они создали в Ленинском районе своими усилиями, чтобы сделать мир вокруг себя более душевным и современным. Именно из этого и строится красота нашего города. Прошлый год наш Брест признан лучшим в республике по благоустройству. Это все сделано руками наших жителей, это сделано руками наших коммунальных городских служб. И эти конкурсы стимулируют наших жителей, наши организации и предприятия для того, чтобы мы эту планку держали. Достичь тяжело, но еще тяжелее удержать первое место. Поэтому, конечно, мы все, цель у нас одна – сделать наш город краше, лучше, более благоустроенным, привлекательным для туристов и для наших жителей, конечно. Победителем конкурса по благоустройству среди предприятий и организаций на этот раз стало Брестское котельное хозяйство. Представители данного предприятия не раз принимали участие в таком творческом и по-настоящему красочном конкурсе, но этот раз для них оказался весьма удачным. В текущем году мы вложили значительные денежные средства в оборудование тротуаров, площадок непосредственно территории нашего предприятия и обновили, сделали капитальный ремонт и модернизацию бывшего здания Гуртопа по улице Инженерной. Это здание было нам передано несколько лет назад. В текущем году оно кардинально поменялось. Кроме здания сделан новый газон. Вот. И таким образом, собственно говоря, облагораживая наши территории, территории нашего предприятия, мы вносим вклад в благоустройство нашего города, в среду обитания, в котором мы с вами живем и работаем. Впервые в этом году, собственно говоря, оценка осуществлялась комиссией жюри Ленинского района города Бреста. Ну, что удивило, наверное, это, безусловно, высокая оценка, которую нам дали за нашу работу. Если кому-то нужно приложить максимум усилий, чтобы стать лучшим впервые, то представителям средней школы номер 17 вдвойне сложнее. Удерживать титул лучшего учреждения образования в благоустройстве Ленинского района весьма непросто. То, что уже сделали, это же все опирается на собственные силы и ресурсы и требует определенных и материальных средств, и других сил, поэтому держать эту планку сложновато становится. Задумки есть, но воплощать их в жизнь все сложнее и сложнее, потому что конкуренция растет, все подтягиваются, все стараются, и, конечно же, это труд,
всего коллектива и тех людей, которые работают в нашем учреждении образования. В конкурсе «Цветы родному городу» за лучшее оформление летних площадок, объектов общественного питания лидером стало кафе «Апельсин». На второй позиции оказалось кафе «Корица», а на третьей – грузинский ресторан «Хинкальня».